Охотники за вознаграждениями объединяются. Баунти-хантеров, людей, готовых выполнять задания по продвижению проектов за вознаграждение, объединяет Bounty Hunter Club. На декабрь 2017 года запланирован выход проекта на ICO. Проходить он будет на собственной платформе. Разработчики сообщают, что будут выпущены Bounty Hunter токены, обладатели которых смогут покупать сервисы платформы Bounty Hunter или продавать их на бирже, зарабатывая на росте стоимости токена. Уровень вознаграждения Bounty Hunter за выполненное задание зависит от их качества. Например, от количества участников в офлайн или онлайн презентации или подписчиков сообщества, где размещается информация. Проект предлагает реферальную систему участия. За регистрацию реферала до 5 ноября дополнительное вознаграждение – 1 Bounty Hunter токен.